дарабаларын үтүкүнүнен үһэ билим олоктоқтурун бу үһэ билү дарабыкүнүнен ититис тиңник из дохтан ардыливин онны баргытыруттун үтү олоо дуробияны байы долу ситигини багарабын барай теңге болуң үрү ылласпатын жол тос койдун дуробай бол оннотто бу быйыл олоңка ыга үһэ билүүгө болар улахан события бу события оттон эрдеттен белемненебит быйыл эбеккини эрдеттен олордук канада холора урук февраль мартыйг олордор боллакыта билин уже олордон кирен бар канада бес ийгер уже эбеккилерин курдук оннотто бу колора биэме багалдыбыт Махамутер, Емараха, Баркелян, Лыхпатын, Петун. Чебу хамы шөйдік, Кырхывайды гүнет Петуния. Петунияны олардоққына да, Петуния раха барыта бар. Үйеттен де түхір ампеліне Петуниялар балдар, Каскадына Петуниялар балдар, Көнері бұрстой Петуниялар балдар, Макровайдар балдар. Мені қайы бірақ ойы, және мені хачу хебекке бар. Осыны хебекке хеметті раха, Болны. Хебилен холора уже эстома бихи олордук патираттонан уже быган тураллар. Эстома ден отто билин дан осо койуту ликки. Болан баран то бесигер уже хебек килавет билин олордук кутун. Вот он тух. Флокса бар бу холора. Бу петуния он флокса тымныга боотын улюббет. Он флокса эрде хебек килик билин олман олон кызлар. Успеть ехать на бары была хотина, хлопцы, ну они петуньяны, олордо хотинцы. Барка, это просто тебе кира хельбех. Он это хоки, не ген, были апрель, голордо была хотина, уже были на олордо канады, это тохтурун курду. Бетек и парис курду, еще и бетек вохуньер. Он хиппили на олордо, рассадала так хотина, уже тохка, без игр уже тохтур. Бетек маскурду болар. Он не клещевина, дем баре, мем мас полар. Ман не клещевина, но лор докутун, бо мем мас полар. Он били, балару вала не били, но лор доканаде. Ур били колора майгу, не рета харар вала, хпати не били, не дэв, тон место вала не долар дон, бесе игар барте, хевекки лиден, хети херон курдук били, но лор дон, хагалек канаде. Он Герань барбы, герань олорду көхөп кырхыбай. Жебеккер ахалбек болор. Жаамы камагаты билин улаханны олордорго петуньеши. Петуньен болана улахан прикатливай яху. Юхеттен да түхрен үйнері көхөп, аларыттан дүйнер. Оны кырхыбай. Мантен тымныгенген тоқтабат. Үлүйбет. Оны флоксы чөп. Флоксыны үйнері қанады. Бу сальвия бар, сальвия правда тымнын тулуйбат. А так тоқката жүннерге буотун шөй кырыбы хебекке. Же флоксаны үннери хамына тоқтар балдар, суху светтер балдар. Астра да бар, тоқка астрын оты били тымнын тулуйм тота холимим. Же бу хамы хөбелирим ген флоксаны кетте петунияны чөй долады. Бу фету флоксаны кырыбы долат тоқын ха кырыбы хебекке. Үшөндік Тун табак канад, лекер гетерин. Ихитин, ухитин ду тухрек кое. Аллартин да на уйнен такпан. Вон лабелия дем барте, бу лабелия кыргывай ду уйнен. Лабелия ну вола на билин уже лорду канад. Лабелия вола на таккара ту хоос. Эрдоло такка шудюк таккар уйнер. Штук розалар баллар, штук розан лорду кунсеп. Туосанан Тук хивекки, тун лабелилар бубалар. Маннеге колора бюхеттен да тюхерен уннерек кухеп. Аллара кашполарга дюннек кунаха кырхывайдык нахам. Бой метрниктан ботын куттанмат. Улюббет. Онан билин хамай били. Эрде хивекки лян таккаларын хетихер курдук. Маннек бу лабелия, типетуния. Онна тук олордук канады. Хлопса. А так лабатыры. Тук хивекки рахалбек колора. Табуйылгы олонка хыган бараттан үхэ бүлүбтін кырхывайды кергетін, әлбәк сибәккілік. Көсі қайын, оныттын оғырушыттарға барғытыр хетігіні, өлгі мүніні, үнәйгіт барытта тәңгі үнін, кырхывай тергенна, кырхывай ұлысалақ,
Крыгывай, хивякилер да курсуял. Дравалрын күнде юһәбүле лактақтыра, юһәбүле бит, тирәбе күненен ярдәли бит. Онны беге бәбит җырып битен туһынан кратык кепчитүһек бит. Мин Семенова Матрена Савишна дим мин юһәбүле кен тиген лактагын. Манна тирәбе сибәрәһә келән, огротнан җыргыр битен мәһә. Сүрбәт тәл булар быел огротнан җыргыр бит. Бигланы Амбастан бағынаттын қалабып бұд бастықынан оғырот сирен ұлатшылар бейге тебір. Тоғын үсіллаққа бейге үксе бүтін нөте сүйінден бар бұта бейге рә бағыны күрді әбіп бұд олиын жәббет үрік кәмкенліктен ұл бұд бұд тоғын үсіллаққа. Олынна қаптыста, хұрттосқа, лук, марков, жа оғырот ағына рағын олырдыр әтебіт. Техника бұд суға әті тоғын үсіллар. Онан 6 километр дахырга бәбит хаты хеджаммыт, или битнен утын харын кутаммыт, үлелер әтебет. Онтан итинне балықай фирмата бар, рядом. Онна Елизавета Павловна, Еттянова ден, манны юхабілуге республикаға да білдер үлехет бар әте. Кене оны көрін, бігерей дәнер бүтін көрін, бұрағылдан тұрар, бір юамкас аджаммыт барын, бәткіхән, Ағалан бер біті, олан той бітін абырақтан, олан той бітін ұғы құта-құта біт, үлі бітінен бартын құтар әті біт. Бұл крестьянскі хозяйстыва ғалаваты Бағалачу Владимир Брониславович, кіне қағайстыва тәтті, оны бігі бес оғыла әті біт, семейіннай құрдық үлелер әті біт. Онтан кәлін Арсаданнан жарығыр бұп біт, олонна үдігей сапқосқа Арсадалырдалар әті, оны кенлер бортан қаңылалар әті, бігі рақ бағы, бағыналақ боламыд, онны үйден бір күн ер олырды бақ болан қалыларағын, отчауына барты өлен қалылар әті, олығын бұ араға еттенне ана үшігей болар дембет, аны библиотека барды біт, отчаларға Федорова Ольга Дмитриевна өлелер, Үрүйді көрісті, сөбіләті, бігіретті, оның қағыт кенеттен әғі ұламмыд. Қағыт әрі-әрі ұстақан ұрыммыд, олардан қағылабып бұд. Онтан қағыт, ата қағыт, үрбайы тұрдағына аджанан үджірен қалар, олеген постепеннаны пүлінкаттан деген білген пүлінашына еті еғікке олырды бұд. Онтан манна, Амбастан манна беге оғыротынан жергарар бұтығар помидор, агурсы, үксінері олырдылар әті. Онтан беге сылайы, раз үйінәйлері бұробалан, бастан бұробалан көрі бұд, үшеді үйінер дұғықты, ұражай берер дұғықты ден. Онна ол үшігей дебір сорттар бұтын арасадылан, нәйленне атарғатан бар бұд. Ол күрдің манна арас барты үйінер. Перес, кабачки, арбуз, дыня, даже клубника. Бастан земляника олардар әтебет, онтан кәлін клубника олардар болды. Так, ну, здесь у меня рассада клубнички, которую я посеял. Вот, видно, 14 января. Радость дачника. Ремонтантная, крупноплодная. Грандиан. Тоже ремонтантная, крупноплодная. Но у меня три сорта. Еще московский деликатес. Это все крупные, это грандиан. И земляника. Земляника позже. Сладкая поляна 21-го. И расти еще ей. Где-то в начале марта пикировать. Маленькие стаканчики.
Ну, а потом еще месяц, потом в большие стаканчики, два раза пикирую. Так рекомендуется. Второй раз это уже последние большие стаканчики, и все. А так никаких секретов больше нет. Тоже когда маленькие, надо с марганцем. Когда сеять, прежде чем сеять, я проливаю кипятком с марганцем вот эту землю. И она у меня 4-5 дней пока подсыхает. Потом, когда подсохнет, тогда сею сверху. Эта земля обеззараживается. Тогда уже никакой черной ножки, ничего нет. Подкармливать не подкармливаю, потому что у меня все свежая земля всегда, каждый год. Не с огорода, а все с отвалов. Земля, перегной. И этот торф покупной. А торф самый лучший Терравита. Это я уже за эти года все. Меньше мусора и качественней. А это комнатные помидоры. Мелкоплодные. В том году я делал. Когда люди рассаду покупали, у меня тут стояли в кашпо. Усыпано, красные все. Кушали уже. Середина мая вовсю. В начале мая начал. Ну и все. Больше пока ничего нету. Остальное будет позже. Клубника, манна, сивехеттен сивехей бору хэбюлюре. Бастака халларга тохта джаккай эльдах эльгамюнюне. Иларетивит. Бу маннык улахан сорттары олардаретивит. Он там билиген аны короче клубника лордваке хидиен руянга агаях болу. Бейсл найарсады оңырын атылыбит. А так была на севекиран, отут без, ингин, раз сортер не метаргат пупит, сылынайы эвен боровалан, эвен ехевит. Белгин была на хаппысты, бу олордыр, хайда олордыру, жаңай подворияға, конечно, Владимир Брониславович Капсиха. Так, ну расскажу, как выращивать капусту. Так как я вижу, многие не умеют. Первым делом сеют капусту после 20 апреля, в конце апреля. И условия поливать надо всегда водой с марганцем. Розовый. Иначе черная ножка съест. Где-то через неделю она выходит. Как только все всходы появятся, надо ее обязательно в прохладное место плюс 10 градусов. Иначе она вытянется, будет вообще длинная. Ну, если есть такое место, а нет, ну, желательно снизить хотя бы там до 15. И освещение, она не любит ни полутень, ни это. Ну, потом через, от посева 2 недели ее пикирую в стаканчике. Ну, стаканчики диаметром, может, 7 сантиметров. Земля с перегноем пополам делаю из золы немного туда. Песок не вложу. Ну и потом опять же, у меня условия разные теплицы, теплые, холодные есть. Я их переставляю, меняю. Слишком тепло не надо. Капуста вообще любит прохладу. Она морозоустойчива. Ну потом в процессе еще, опять же полив. Я уже почти каждый раз с марганцем поливаю. Поэтому у меня черной ножки вообще никогда не бывает. Ну, в процессе она растет. Где-то в начале мая я ее переношу в холодные теплицы на улице. Уже когда ночи, заморозки. Когда заморозки, накрываю этим агроматериалом. Агрил, лутросил. По-разному называют. Спанвод толстым. Утром открываю. А когда уже это, ночи становится более-менее так, минус 2, минус 3, это для капусты, до минус 5 она выдерживает. Я вообще ее с теплицы выношу. Во двор у меня грядка,
ну, сделано под укрытие. Днем открываю, на ночь закрываю, ну, пленкой или акрилом толстым. И все, и она красиво растет, хорошо, становится толстая, крепкая. Только это в процессе она все равно немного вытягивается, когда в теплице стоит. Ее надо подсыпать. Поэтому я делаю стаканчики, оставляю место, чтобы приподнимать и подсыпать землей. И она хорошо реагирует на это, становится толстенькой. И все. И когда уже в мае, на улице же стоит под солнцем днем, быстро высыхает. За день, может, два раза поливать надо. Не прозевать, иначе она сразу увянет все. Надо все время смотреть, утром и вечером. Особенно, когда жара 20. Ну, а потом высаживаю ее после 10 июня в огород. И никакой химии, вот это от букашек, я не сыплю. Как это там рекомендуют. Просто сделал укрытие, колье, шпагат. И лилутрасилом тонким накрываю. А этот год вообще хочу вот это вот. Антикомарийная сетка же есть. Чтобы ей дышало, и это, ей укрыть, и все. И поливать не забывать. И тогда, а сорта я в основном сажаю июньская. Там это, ну, на пачках пишут, это до 2,5 килограмм, до 3, у меня до 5 килограмм все она вырастает. Сам удивляюсь, сорта что ли перепутали. Люди, когда продаю, говорят, что такие большие? А что я сделаю, если они такие вырастают? И славу. Ну, это среднеспелая называется. Ну, у нас поздняя называется, а так она среднеспелая. Слава вот до 20 сентября. Тоже до 5 килограмм. Ну, некоторые экземпляры, может, и до 8-7 килограмм. Вот. Такие секреты, больше никаких. Так, ну и в заключение... Поздравляю всех жителей Верхнего Илюйского улуса с праздником 87-летия. Желаю, чтобы у вас получалось все в огороде, урожая вам хорошего, счастья, здоровья. И вакцинируйтесь, и не болейте.